ци. В буквальном переводе фэншуй означает «ветер и вода». Подобно ветру и воде, эта практика включает в себя движение и циркуляцию. Цель состоит в том, чтобы направить ци, жизненную энергию, которая оживляет все живое, через окружающую среду так, чтобы ее движение напоминало мягко текущий ручей или приятный ветерок. Согласно традиционной китайской вере, ци течет через все – землю, атмосферу, наши дома, наши тела. Практики традиционной китайской медицины утверждают, что проблемы со здоровьем возникают, когда ци в организме блокируется. Те, кто занимается акупунктурой, например, устраняют блокировки в энергетической системе организма, чтобы ци могла течь беспрепятственно и восстанавливать здоровье. Это похоже на прочистку трубы, чтобы вода могла свободно течь по ней. Именно это мы делаем и в фэншуй. Устраняем препятствия в доме, мешающие правильной циркуляции ци. Когда ци застревает в нашем жилом и рабочем пространстве, мы испытываем на себе ее негативное воздействие разными способами. Финансы могут истощиться, отношения с другими людьми могут быть ограниченными или не приносить удовлетворения, здоровье может ухудшиться. Ци, которая движется слишком быстро, также может стать причиной проблем. Деньги могут уходить так же быстро, как и приходить. Отношения могут быть неустойчивыми, напряжение может повредить здоровью. Используя методы лечения фэншуй, мы можем направить движение ци через наши дома и рабочие места так, чтобы оно питало нашу жизнь и приносило нам здоровье, богатство и счастье. Ци движется по вашему дому точно так же, как и вы сами. Если вам удобно ходить по разным комнатам вашего дома, то ци будет легко циркулировать плавно и гармонично. Если же вам приходится постоянно обходить неудобно расставленную мебель, архитектурные препятствия и беспорядок, то ци будет трудно пройти.